Привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня готовим укроп, замороженный в морозилке. Отделила веточки от веточек, листочки вот эти укропа. Промыла хорошо. А сейчас будем в пакетике замораживать в морозильной камере. Беру пучок, хорошо отжимаю от воды и мелко нарезаю. Ну, вот так. Мелко нарезали. Сейчас пакеты. Хорошо в зип-пакеты, но сегодня у нас нет зип-пакета. Будем обычные пакеты. Ну, вот так я в пакет. Сделала плоскость такую. Вот так вот. Чтобы удобно было складывать в морозильную камеру. А затем заворачиваю пакет. Ну вот так. Стараюсь, чтобы воздух вышел из пакета. Передавить так его, чтобы воздух вышел из пакета. И тогда будет удобно очень складывать в холодильнике один на другой. И так остальные. Так можно замораживать очень многие зелень, петрушку и другую зелень. Очень удобно. И вы знаете, не теряет ни вкуса, ни аромата. Все прекрасно, как вот свежий. А вот эти стебли тоже пойдут в ход при консервации огурчиков. Можно в блендере размолоть и тоже сделать такую, как пасту, и в холодильник. Тоже очень хорошо, и тоже можно добавлять в любые блюда. Спасибо за внимание. Готовки заготавливаем сегодня. Такие вот пакетики с укропчиком. На зиму, пока лето, все на зиму пригодится. Всем доброго, пока-пока. Спасибо за внимание.